нам всячески навязать свое понимание того, как дальше жить в Европе. И вот, вы знаете, у меня просто уже напрашиваются сравнения такие. В свое время и Наполеон, и Гитлер ставили задачу подчинить себе Европу. Сейчас ее подчинили себе американцы. Я уверен, что эта истерия пройдет, перебесятся наши западные партнеры, я по-другому не могу даже выражаться.